Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, у нас два задания. Разыграйте три зомби с бочками и нанесите 20 единиц урона героям зеленой тенью. Так, по поводу бочек. Если я не ошибаюсь, то у нас было уже такое задание, и я играл там, по-моему, на бесенке. Только вот какая это колода? Там должно быть три зомби с бочками, да? Но явно не это. Явно не это. Может быть, восьмая? Так. Не восьмая. Может быть, третья? И не третья. Так, вторая. По-моему, вторая, третья, четвертая. Они абсолютно похожи. Пятая, что ли? Какой-то бред. Так. Мне нужно взять зомби с бочками, да? Погоди-ка. Ага, вот они, зомби с бочками. Ну что, давай тогда. Нельзя, нельзя, говорит. Блин, и хочется, и не можется. Ладно, давай изменять. Вот этого удаляем, удаляем. Этого удаляем. Так, это вот это нафиг отсюда. И давай добирать. Раз, два, три. Нет, 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 нет. Так, сколько нам еще там? Пять карт можно взять. Зачем я удаляю? Наоборот, наверное, добавить надо, да? Плюс вот эту акулу. И... знаешь, что, наверное, бы не помешало нам? Вот этого поставить. Вот этого поставить с кем? С кем его поставить, ребят? С этим, что ли, вместе? То есть, как бы будет бесята? Вот эта вот фигня нафиг не нужна. Этот ландшафт перебьется. Тут можно. Можно, но не нужно. Ну что, еще троих. Кого взять-то? Пирата этого взять. Можно вот этого взять. Ходунка, ходунка. И... и вот этого одного. А, все, 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 все. Ну что, поехали, попробуем. Была, не была. Заклинаний практически нету. Не считая, конечно, бочки. С кровожадностью. Но нам нужно разыграть три зомби с бочками. Так что, ребята, ждем. Нашли оппонента.
И это орешек в доспехах. Я знаю, что такое орешек в доспехах, ребята. И вот что у нас сейчас будет выходить. Вопрос очень интересный. Орех с минами. Это интересно. Это, ребята, очень интересно. Да, конечно. Ради бога. Давай-ка мы так сделаем. Ага. Замечательно. Танцоры. Не дади, да? Как говорится, танцорам тут ничего сделать. Ой, танцорам. Этим охламоном. Пока все прекрасно. Тин-тин. Так, одного зомби разыграем, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Так, ну, добор я ему не дам, ребята, делать. Это однозначно. Добор я ему не дам делать. Да, я собираюсь применять вот это заклинание. Ах ты, жук ты, несчастный. Так, не знаю, что он там взял, друзья. Как ты думаешь, у него могилоед есть? Или нету? Сейчас мы это и узнаем. Хотелось бы, чтобы у него его не было, ребят. Ох ты, смотри, как кто у него. Ну давай. Фотосинтез так фотосинтез. Погнали. Ну, и что ты там хочешь сделать? Давай сюда. Поехали. Ну, сейчас защиту может, конечно, поставить. Нет, не стал ничего тут ставить. Блин, встанавливали 4 здоровья. Ради бога. Тин-тин-тари-та-ти-да-там. Ему, конечно, будет видно, кто где сидит. Понятное дело. Даже двух. Так, я понял.
Погнали. Сдался. А почему он сдался, ребят, я не знаю. Ведь мог же выиграть. Мог же выиграть, ребят. Но я не нанес ему 20 единиц урона, да? А, нет, там не 20 единиц урона. Там надо было разыграть 3 зомби в бочках, а я разыграл только лишь одного. Почему он сдался? Ума не приложу. Вот серьезно тебе скажу, я... Был у него шанс выиграть, на самом деле. Был. Если постараться, можно было бы. Вот с Бонг Чой... Не знаю, ребят, как пойдет. Как карта лежит. Угу. Вот так вот, значит, да? Пропустим ход. Угу. Давай сделаем так. Ну, он может неуязвимости. А вот он как. Ну, давай, допустим, сделаем так. Шикарная карта. Но единственное, что ее реализовать надо теперь. Я ее реализовать не смогу, да? Поехали. Все? Ну ладно. Ему... А, нет, ему не крышка. А, крышка, все. Хотя нет, подожди, никакая ему не крышка. Успеет хильнуться. Бонусная атака у него, да? Есть же.
Мы сделаем с тобой вот так вот. В надгробии спрячем его, чтобы он хил не получал. Это меня мало интересует. Это тебе не поможет. Хотя, если бонусная атака есть, то поможет. Бонусная атака, ребят, есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо, ребята. Я немножко на другое планировал, если честно. Так, что он 12 хп себе восстановит, да? 14 хп. Давай сделаем так. Больше у него бонусной атаки быть не может. Это мне... И это тоже фигня все. Так, спрячем этого в надгробие. Там, пускай он неуязвимый, что хочет ставит. Так. Так. Ну дальше. По-моему, ребят, нам крантарики. Вам не кажется так? По-моему, нам крантарики. Пробьет же говнюк. Так ведь? Поехали. Да, пробьют, ребят, наверное. Раз и два. Да, к сожалению. Не было у меня ландшафта подходящего. Разыграли зато этих с бочками. Так, теперь нам надо сыграть зеленой тенью. Зеленая тень, выходи, пожалуйста. Нам нужно... нанести 20 единиц урона. Именно тобой. Именно тобой. Попробуем. Ёлки ты палки. Это что за... Да хорош. Блин, еще и против этого, а? С этими валунами, как всегда, да? Пока не будем ничего делать. Пока не будем ничего делать.
Сдуем его отсюда. Сейчас у него сработает защита, блин. Как это, друзья мои, не вовремя, а? Валун есть или нет? Ха-ха, есть. Есть валунчик-то у этого охламона. Ребята, его мы выкинем. Можешь даже не волноваться по поводу этого. По поводу этого ты можешь не волноваться. Мы его сейчас... В зашей, ты понимаешь? Просто в зашей. Потому что там этот дядя-тренер вышел нам по барабану. Давай. Вытягивай там, хоть ты там завытягивайся. Единственное, опять же, ребята, сработает блок. Мы ему все время в блок бьем. Давай своего спортсмена. Все, да? Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Ну что ты там будешь делать? 6 единиц здоровья, естественно, ребят. Что он может еще сделать? Флакончик у него нет? А, нет. Вот что он делает. Так, ну что, ребят, смотрим. 2, 5, 6, 7. Ну, в принципе, можно сказать, что ему кранты. Теперь ему точно кранты. Это тебе не поможет. Воу! Оу! Поехали. Ну, хотя бы он дал мне возможность нанести ему 20 единиц урона. Спортивная колода, друзья мои, она уже не в мете. Уже причем давно. Давно не в мете. Вы прекрасно помните, что я недавно попытался сыграть этой колодой спортивной. И ничего хорошего из этого не вышло. Ничего. Меня разнесли там в пух и прах. Поэтому я как бы от нее отошел. Так, у нас еще, по-моему, есть задание. Да, невероятное событие. Давайте глянем, что тут у нас. Классика жанра. Банановый сплит против бочки с бородатыми капитанами. Будет громко. О, да, это будет еще та громкость. Громкость будет зашкаливающаяся просто. Блин, он ставит сюда сразу же этого, да? Вот нафига мне вот это вот? Ну, йод, просто ты, ну... Ну, вот что он сейчас сделает? Кровожадность, наверное, влупит, или как? Мы можем, конечно, сделать вот таким вот образом. Видишь, что он сразу делает? Поехали. Три урона я как-нибудь уж переживу. Угу. Бородатый хмырь. Бородатый хмырь. Ну, два зомби, ну, не знаю зачем. Просто сейчас сдохнут они у него и все.
На, пошием. Так, дальше 2,2 делаем, да, наверное? Я думаю, что 2,2 делаем. Сколько он дает? 2,2 сверху. Поехали. А, ну да, это получается... Ёпрасетел, это же надо так лопух... Лопух ты, Рэй, лопух. Просчитался, ребят, я. Так, ну сейчас в блок, да? Не в блок. Не в блок, ребят, получилось, к сожалению. Тут сейчас в блок будет бомбить. Пока придержим эту карту. Молодец, малорик. Просто малорик. Так, делаем сюда. Вот так вот сделаем. И вот так вот. Конечно, хпшек маловато. Еще и не уничтожили, ко всему прочему, блин. Да, сделай так. Сделаем так. Пока все. Как он, бедолага, боится, а? Как он боится, а? Один-один. Поехали. Итого остается у него 6 единиц здоровья. Нормально? Нормально, ребят, вот это вот? Ладно, сейчас бананы хотя бы повыпадают. Выпали наши бананы. Что дальше сделаем? Проверим сейчас. Просто, ребят, проверим. Сможем ли мы ему пробить лицо сразу же? Это крах. Ну что, что мне с этим чесноком прикажете делать? Смотри, 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 что делает. Смотри, что вытворяет. Ты смотри, у него все, ребята, по полочкам расписано. Все по полочкам. Посмотри, гад, а.
Да ты офигел, что ли, чмо, блин? Что я могу, ребят, сказать вам? Ну, вы сами все прекрасно видели. На любое мое действие у него противодействие есть. Че бы я ни поставил? Че бы я ни сделал бы? Да. Так, ладно, давай заключительный поединок сыграем с тобой, наверное, за наш многообещающий орех. Чемпион, так сказать. Да. Это, конечно, ребята, что-то с чем-то. Чё бы... Я лопухнулся там с одной картой. Это что такое? О, еще и колоду не ту взял. Да, ребят, еще и взял колоду не ту. Что это, ну? Что же у тебя там? Он же заклинание взял какое-то, ребята, да? О, еще и летучих мышей сюда ставит. Прокачать, чтобы танцоров. Знаешь, в чем беда? Что... А, вот. Угу.
Угу. Ну нахрена ты вот именно сейчас, блин, сработала ты, твою налево, блин. Качок хренов. Блин, все, ребят. Это не та колода, ребят, которую я хотел взять. Че это за бред? Карты какие-то вообще никчемные. Что это? Вот ты мне скажи, что это за колода такая была, блин? Цветок будущего! Цветок будущего! Какой в жопу цветок будущего? Мне нужна была вот эта колода, блин. Цветок будущего, блин. Я думаю, что за бред? Что за колода, блин? А этот цветок будущего взят был. Иди в опу со своим цветком будущего. Я в шоке, взял, блин. Цветок будущего. Давай, вперед с песней. В шоке просто. Ага. Отлично. Заклинаху потратила. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Пока нечего ставить мне. Угу. Давай так сделаем. Цветок будущего, блин. Надо же такую бредятину сделать-то, а? Так, короче, начинается. Я, кажется, вспоминаю, что это за колода. Тын-тын-тын-тын-тын-тайс. Посмотрим. Сразу за шаманство там браться. Эй, сразу же. Тынь-т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 ынь
Посмотрим, что он там сейчас придумывать будет. Так, то получается сколько? 8 хп, да? Мы ему снимем сейчас. Заморозку всех. Ну, замораживай. Защита будет срабатывать у меня сегодня? Нет? Нет, не будет срабатывать. А, три урона мы наносим ему. Все, ребят. Свои горшочки убери куда-нибудь подальше, а. Он даже кровожадность, друзья мои, вытянуть. Ты чё там? Ну что там, блин? На кону президент Соединенных Штатов.
Штатов Америки попросту отказал в запуске новой платформы Tesla X. Это Реклама, как всегда, ребята. Левая, как это вылезла. Так, что он там сделал? Понятно. Да я пока ничего не буду ставить. У него должна... У него зомбот должен быть там, по идее. Так, давай в броню. Да почему броня-то не срабатывает? Ёб твою медь, блин. Я, блин, херею, ребят. Ну, сейчас в броню попадет. Где мои, блин, карты? Я не знаю, ребят. Угу. Тринадцать хп. Я тебе говорил, куробойщик будет? Вот тебе куробойщик. Что там у него? Ну, это сила, понятно. Бонус на атаку. Ребят, у него все есть. Нахапал карт. Где моя бомба, а? Кто-нибудь не скажет? Нет у меня бомбы. Вот она где. Явилась, родная, не запылилась. Так, на следующем ходу мы шваркаем всех. Ну, не всех, вот этих точно мы шваркаем. Если доживем, конечно. Доживем, да? Доживем, ребятушки мои, доживем. Давай. Ну что, зомбота своего ставь. Любимого, блин. Не хочет. Че, я ведь знаю, что у нее что-нибудь еще там в руке есть, блин, припрятано. Столько карт навытягивала, блин. И продолжает дальше, ребят, своим шамансом заниматься. Угу, летучих мышей. Это еще добор карт, да? То есть во все тяжкие прям идет. Прям во все тяжкие идет, да?
Все, больше карт у меня нет, ребят. Ты посмотри. То заклинашки, то вытягивает карты. Вытягивает три карты, блин. Ну это что, нормально? Где-то там еще курабочек, наверное, прячется, да? Видишь? Уже не знает, что, уже не знает, что делать. Угу. Ну вот, смотри, видишь, что он навытягивал? Ну и что мне этот орех даст? Все, короче, кранты, ребят. Вообще ничего не смог сделать. У меня карты закончились, он все вытягивает и вытягивает, вытягивает и вытягивает. Вытягивает и вытягивает. То массовое заклинание, то еще что-нибудь. Давай, орех, соберись. Соберись силами. Его просто вообще высшую лигу дали. Это, мне кажется, знаешь, кто? Это, мне кажется, чувак-ботаник. Вот почему кукурузу мне не дали, а? Когда она так мне нужна была. Это, наверное, ребят, на ботаниках, мне кажется. Типа то, что мы сейчас видели, только еще жестче. Высшая лига. Ну. Ну что ты там уснул-то, парень, ёпрсты ты. Вот. О чем, друзья мои, и речь. Это он типа разведку боем прощупать меня решил, чтобы я не могу понять. Или что? Это он меня решил так прощупать, да? Что у меня там есть. Опа-на, у него мишенька здесь. А у него здесь, друзья мои, мишень. Давай я так сделаю. О, началось, друзья мои. Я так и думал, что на ботаниках будет. Еще и вирус. Прикинь, еще и вирус клепает. Так, ну что, ботанку надо уничтожать? Согласись. Как мы ботанку будем убивать? М? Вот так мы будем уничтожать ботанку. Сразу за шаманство побежал. Ребят, ну это вот как вот бессмертие только что было. Вот. Что-то типа того. Отлично. Еще и бонусную атаку делать. Да, вы... А, нет, это в бок. Давай я так сделаю. Мне надо немножечко дожить до кукурузы. Совсем капельку. Совсем чуть-чуть. Ну что, у него вирус есть? А вон как делает.
Ну что, на следующем ходу применяем кукурузу, наверное, да, ребят? Только куда мы ее применим? У него еще одна мишень. Ну давай, уничтожай. Опа, на. И все на этом, парень. Так, ну что, поехали тогда. Тогда поехали. Так, ну что мы сделаем? Так. Итак. По-моему, у парня фокус не получился, мне кажется. У пацана не получился вот этот фокус, который он хотел. Да. Не получился у него. Все-таки бессмертие было круче. Хотя, если бы он разыгрался бы, раздухарился бы на вот этих картах, мне бы было бы здесь больно, вот поверь мне. Серьезно была бы боль, была такая, что ого. Но у него что-то пошло не так. Где-то мы его перебили. Где-то мы его перебили, и все пошло не так, как он планировал. Да, друзья мои, ну что, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.